Всем привет! Хочу оставить свой отзыв о занятиях английским языком с Маклакуром Димой. К Диме я обратилась год назад, когда мне предложили заграничную медицинскую стажировку, для которой обязательным условием было знание английского языка, которое, надо сказать, на тот момент у меня было катастрофически низким. Дима справился с немыслимой задачей. За 2 месяца регулярных занятий я уже могла общаться с людьми, хоть и простыми фразами, но они меня понимали, и я чувствовала себя достаточно комфортно в чужой стране и понимала, что вообще вокруг меня происходит. Сейчас я продолжаю заниматься с Димой и параллельно общаюсь с носителями языка по скайпу. Я не залипаю на каждой фразе. Говорю достаточно свободно, хоть и с ошибками, конечно, но я продолжаю заниматься и надеюсь, что уже скоро сведу количество ошибок к минимуму. Занятия с Димой мне нравятся, что мы берем какое-то интересное видео или аудио, я его слушаю, пытаюсь понять, пересказываю. Параллельно он объясняет мне какие-то мои грамматические ошибки и не устает повторять одно и то же по нескольку раз, потому что с первого раза я обычно не понимаю. Дима, как настоящий педагог, он прорабатывает самые слабые места. Бесконечное прослушивание аудиозаписей, потому что я плохо воспринимаю на слух, но мы, тем не менее, постоянно это тренируем, за что я безумно Диме благодарна. Я постоянно пересказываю, пытаюсь строить нужные фразы, пытаюсь сказать, что я хочу. На английском языке очень много английского языка в наших занятиях, практически минимум русской речи. Мне нравится, что мы берем какое-то видео и прорабатываем его досконально. Я его слушаю, просматриваю, пересказываю, заучиваю фразы, повторяю за героями сериала или какого-то фильма. И после того, как мы его проработали, эти фразы мне очень легко запоминаются. И в контексте видео я уже готова оперировать цельными фразами. А просто изучение слов и пополнение своего словарного запаса мне не дается. Я пробовала заниматься до Димы с другими репетиторами, но занятия по учебникам, бесконечные упражнения мне не нравятся. И не очень это все слишком отдает школу. В любом случае, Дима, спасибо тебе огромное за твое терпение, за твои регулярные занятия, за то, что ты позволил мне поверить в себя, за то, что я так уверенно себя чувствую с иностранцами и уже свободно общаюсь и путешествую по миру, не боясь, что меня люди не поймут. И очень надеюсь и дальше продолжать с тобой заниматься. Спасибо.